телефона, и я такая думаю, блядь. Это блоха укусила. Да это аллергия на холод, у меня окна везде открыты. Я же знаю, как у меня вылазит аллергия. Мне 21. Туф, блин, скажи хотя бы просто свое имя. Шумовое загрязнение ваше. Нет, у меня просто окно открыто, а здесь дорога. Вот. Ок. Что ок? Может, запишем. А что вы хотите про него узнать? Блин, тут такие стулья неудобные. Мое имя Тони, Тони Старк. Ой, все, иди в жопу. Можешь не говорить, дорогу покажи. Ой, сразу сел матинский, такие, дорогу покажи. Не покажу я вам дорогу? Хитрые вы. Это какая-то главная улица. И сейчас все начали думать, типа, блин. Нет, в смысле, после чего? После чего что? Это одна дама скучно одной? Нет, не скучно. Я, по идее, любой человек должен находиться, уметь находиться один, наедине с собой. И я могу одна куда-нибудь сходить или еще что-то. Типа, у меня в этом плане нет проблем. С какого ты... А, шрам. Шрам после качели. Как твое имя? У меня вот наверху написано имя. Шрам откуда, расскажи. Шрам от качели. С какого ты города? Я с города Павлодар. Она приехала вчера. Кто успел? Она в детстве хотела солнце сделать на качели. На качели сдавала. Сделала не солнце. Все, хватит шрам спрашивать про шрам. Заходите, здрасте. Приходите в гости. Все, мне скучно. Неинтересно. Блин, надо было надеть футболку. О, где подсказки? Инста и БД. Ты у меня в близких друзьях, да? Привет, ты тоже с Павлодара. Круто. О себе? Что о себе? Где была в Алмате? Еще нигде. Павлодара, казахи, казашки, самых неталантливых, красивых, да. Да, и в твоих близких друзьях. Бля, ну там много людей. Окей, если ты... Подожди, а у тебя ник начинается не на 0.70, что-то там, что-то там. Приходите, страсти. Скрип, брат, да, он троюродный брат мой. Нет. Тогда не знаю. Ник начинается на А. Не знаю. Я просто не помню, кто у меня уже в близких. В близких у меня те люди, которые меня добавляют в близкие, я их взаимно добавляю, и мои все знакомые. Значит, а мы с тобой в жизни... Нет, мы с тобой в жизни навряд ли виделись, да? Ты поешь? Нет, не пою. На какой летник можно сходить в Алмате? Давайте. Как раз не знала, как спросить. В одном самолете летели. Мы? Куда мы летели? Не было такого. Ебать, ты меня загрузил, все. Приходите, здрасте. Доброе утро, Мила, привет. Как дела? Хорошего дня и тебе, красотка. Шрам на лбу, да. Чё за... Какие планы?
Я сейчас хочу собраться, поехать в Мегу. Хочу сходить в Золотое яблоко. Вот. Думаю, сегодня еще купить кроссы. Короче, мне... Я не могу найти нормальную обувь, и мне понравились одни кроссы. От Michael Kors. Вот. И я не понимаю, нормальные они или нет. Они такие, типа, голубенькие. Вот. Я вот не знаю. Косметику хочешь? Да, хочу косметику посмотреть. Мне еще надо купить какую-нибудь кофточку, чтобы с юбкой надеть. А то я что-то ничего не взяла. А то мота, да. Мы с тобой на поезде ехали. Чё чешешься некрасиво? Блин. Сейчас, если получится, я покажу эти кроссы. О, нашла. Прикиньте. Как вам? Ой, она шевелится, но, надеюсь, там видно. Я вот не знаю, взять их или нет. Бомбре утро. Кот. Ая, что делаешь? Ая, что будешь делать ночью? Они пойдут тебе все, что хочешь. Это вопрос или ты случайно нажала на вопросик? Ну, по идее, да. Но тогда придется покупать новую сумку такого же цвета. У меня просто сумка от Майкла, она такая бежевая. Вот. Тело такой красивый. Спасибо. Сколько стоит? 80, кажется. Куад в Алмате. Блин, почему все думают, что типа, где я, там куад? Стрелы аниме нет. Чего думал, то что я прочитаю эти слова? Шрамы чего? Шрамы ткачели. Красивый подбородок, спасибо. Мелко завершаю бельмим. Шоколадка. Какой курс у вас доллар? Кстати, не знаю. Интересно, доллар поднимется курс? Надеюсь, да. Где деньги берешь? Наверное, я работаю. Я просто не показываю это все. Планирую еще на отдых в этом году. Ой, не знаю. Прям таких планов нету, но если получится. Мила, вот как тебе эти кроссовки? Я просто не знаю, у кого спросить. И... Или у меня такое чувство, будто я от бесплодности беру их, потому что ничего нормального не могла найти. Герой из Марвела. Ой, апчи или апчу, или как там. Спасибо. Когда ты работаешь? Я удаленно работаю. Красиво у тебя что-то похожее есть. А таких нету. Короче, одна из причин, почему я хочу купить обувь, мне... Я приехала в Алмату, и днем здесь мне будет жарко в моих ботинках весенних. Спасибо, Сережа. Вот. Поэтому думаю купить кросс. Мне 21. Какие глазки у тебя хитрые. Как кукла. Красиво. Спасибо. Они просто еще и на высокой подошве. Мне кажется, весной прям классно в них будут. У вас как погода. Я же приехала в Алмату, и тут капец классно, тепло прям. Типа сейчас я спокойно пойду в кожанке, в толстовке, в гостях там. Ну, типа того. Я просто приехала отдохнуть. Я уже старая, 43. Печально. Привет, Грузия. Кстати, я капец хочу в Грузию. Грузию, Турцию. Mm-hmm.
Нет, вы не можете меня пригласить на свидание. Мой муж будет против. И сейчас все такие вышли. Какие у вас самые популярные дешевые направления на отдых? Блин, честно, не знаю. Надо смотреть по турам. В Баку нет, я не была. Привет, с Литвы. Все, расходись. Да, я пошутила про мужа. Ну, хотя, по идее, все, кто меня давно смотрит, знают, что у меня никого нет. Кариша, привет! Почему я не заметила, что ты зашла? Окей, где веришь? Баку очень красиво. Да, мне показывали фотки с Баку. Хорошо, я приеду в Грузию, выйду за ваш замуж. Почему все любят лезть в чужой карман? Типа, или считать чужие деньги? У меня никогда не было такой привычки. Типа, там спрашивают, сколько там зарабатываешь и так далее. Типа, зачем это нужно? Я жду.